Здесь, как на настоящих кинопробах, царят волнения, ожидания и надежды. На кастинг пришли более полусотни ребят от 10 до 15 лет. Каждый из них мечтает о большой сцене, яркой роли, аплодисментах полного зала. Чтобы потом, в будущем как-то, чтобы люди узнавали на улицах, чтобы я участвовала в дальнейших каких-то ролях. Спеть песню, станцевать, прочесть стих – такие испытания должны пройти ребята. Их таланты оценивает компетентное жюри – педагог по вокалу, балетмейстер, режиссер-постановщик. Они ищут в претендентах прежде всего харизму, актерские и вокальные способности. Ведь в мюзикле будет очень много песен и хореографических номеров. Оренбург талантлив по поводу детской хореографии. То есть это один из, я бы сказал, в России лучших городов в этом смысле. То есть тут очень много танцующих, хорошо танцующих ребят. Это я еще ощутил, когда сидел в жюри. Постановщики мюзикла обещают, это будет оригинальное прочтение сценария известного фильма 80-х годов «Рыжий, честный, влюбленный». Кардинально будет отличаться от любимой кинокартины современными музыкальными композициями. Постановщикам нужно выбрать юных актеров для 14 ролей и плюс столько же для второго состава. Я хочу стать актером, мне как бы певицей хотела стать, но мне нужно трудиться, все учить, запоминать, правильно петь. Сразу же после кастинга организаторы и артисты из народа приступят к репетициям благотворительного спектакля. Мюзикл планируют показать уже в конце мая, в преддверии летних каникул. Средства от его показа пойдут на благотворительные цели. Анна Золотухина, Виктор Яковлев, «Новости дня».